Установленный к универсиаде забор вокруг СФУ раскритиковал министр образования страны. Михаил Кутюков высказался против ограждений на образовательном семинаре в Москве. Министр заявил, цитирую, «Университет не должен быть за забором, он должен быть открыт, это часть городской среды». Конец цитаты. Напомню, забор вокруг кампуса поставили перед универсиадой для безопасности, но после соревнований ограждения так и не убрали. Студенты собирали подписи против периметра безопасности. Они даже запустили флешмоб «Мама, я учусь в тюрьме». В университете же заявили, что забор федеральной собственности, сами они его снести не могут, а демонтаж обойдется в 50 миллионов рублей.